Профессор Льюис. Доктор Фрейд. Я вас потерял. Йофи – мой личный помощник. Правда? Если пациент спокоен, Йофи лежит у моих ног. Но если пациент возбужден, он встает рядом. А если убегает при виде меня? А, он фанатик пунктуальности. У вас прекрасный дом. Моя дочь Анна постаралась воспроизвести наш дом в Вене. Зачем вы пришли ко мне? Если столь горячо, не согласны с моими взглядами. Убедить, что вы не правы. Чудесно. Хорошо. Вы всю жизнь настаивали, что концепция Бога нелепа. Да. Почему вы с вашим интеллектом внезапно отбросили истину и приняли абсурдную мечту, коварную ложь? Я решительно не согласен. Ну еще бы. Иначе вся структура вашей ребяческой веры рассыпется в прах. Почему религия допускает науку, а наука отказывается уступить религии? О, вы разбиваете мне сердце. Они прячутся за невежеством. И вы прячетесь. Вы боитесь почувствовать хоть что-то. Это окончательный диагноз? Восхитительно. Я не знаю. Вы не знаете. Что ж, наконец-то мы добились успеха. Это прогресс. Вы лжете себе, думая, что управляете смертью, как управляете своим миром и дочерью. Анна посвятила себя науке. Я волнуюсь за отца. Он одинок. Кто-то же есть. Я. Умница. И вы в ужасе. Мы все в ужасе. Вы хороните сомнения. Хороните воспоминания о войне. Но в глубине нашей природы мы все трусим перед смертью. Лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс в роли Зигмунда Фрейда. Мэтью Гуд в роли Клайва Льюиса. По Фрейду.